Всех приветствую. Будем точить сегодня на станке ТВ-16. Без задней бабки он у меня. Буду протачивать завес с такой вот кривой болванки. Установил я ее все-таки. Выровнял более-менее. Этого уже попробовал чуть-чуть. С этой стороны выступала, цепляя. Ну, завес выйдем. Мне надо 20 диаметром, чтобы был. Только что машину строил, руки черные, в мазуте. Решил заодно и поточить. Так. Включаем станок и будем точить это. Мне тут включаться станок через конденсатор. Вот конденсатор включается выключателем, и это пуск на станок. Включаем пуск. Выключаю конденсатора. Выключил конденсатор. Станок тихо работает, будем точить все. Да, конечно, подпрыгаю все. Так. Отсюда видно плохо. Короче, поставлю тут, хай подпрыгает. Это двигатель что-то. Я поставлю двигатель, но он прыгает, зараза. Та-дам. Камеру примастить, а? О! Включил автоподачу. Резец новый стоит у нас. Thank you.
добавляю по чуть-чуть. Мотор тут трехфазный, от конденсатора одна обмотка только работает, конденсатор только пускаем. Включаем вот этот подачу. Горелым запахло где-то, что-то горит. Надо принять снизу карандаши мои. Думаю, нормально, сколько будет снимать, за километр даже больше. Туговато мотор. Хотя он не 2 киловатта, но от 220 половина мощности тоже. Видно 22, еще пару миллиметров снят. Это получается миллиметр надо заглубить. С двух сторон 2 миллиметра выжили.
Горячая. Заглохли, что-то под конец туго пошло, ой, там, наверное, миллиметра полтора съем. Ладно, сдаем зад, возвращаемся, начало еще, до 20 надо сточить основу, а потом выбрать до половины, наверное, под десятку сверло. Так, сколько у нас тут получится, сейчас глянем. Как-то снимала гладко, а потом резко стала заусень. А, резец приломался. Бляха. Что за... Точила тут вон на этом гладком. Ломанула кончик резца. Видно. Видно, не видно его. Видно. Скол свежий на резце. Чуть-чуть приломило и все, и пошло лупить. И двигатель не потянул. Короче, 21. 21 с копейками. Батарейки нема у меня тут. Я гляжу по кромке вот этой с краю. 21 и один там микрон. Это... Конечно, тут гладко, красиво сточилось. Нагрелась болванка. Стружка такая его под конец пошла красивая. Видно, перегрелся кончик, да ломануло его. Надо меньше съем робить. Короче, надо другой розет ставить. Обратные кулачки лежать и резцы. Это не знаю, что это за такие бравики-то. Расточны, наверное. Ну не под этот станок надо обрезать, подгонять. Это был сломанный. А вот это проломал. Короче, ломит что-то он. Рассы у меня. Центр не выставленный точно, а чуть-чуть выше. Наверное, того. Ой, еще целый резец. Поставлю его сейчас. Пальцы присмолил. Горячая. Включаем. Этот
это так-то получше режет. Получается центр. По самому центру стоит где-то. Почти сходит. По центру стоит, видно. А тот чуть-чуть выше был, того, наверное, и заломало его. Но этот снимая так, больше грубо. Кончик не острый, так я подкругленный. Сторону веду, цепляя немного, видно, не проточила полностью то, что без задней бабки так жесткость не та. Не та жесткость без задней бабки тут вот подцепливая. Автоподачу я выключу под конец тут, чтоб вручную довел. Сейчас глянем, сколько у нас. 21. Видно, не видно, 21. Надо на профиль на 20 будет проваривать зарез, то не знаю, 21. В принципе, что сделаем?
так и оставим. Будет чуть выше на миллиметр, то то, что когда привариваешь ровное к профилю, привариваешь ровный завес к профилю, то получается, если одинакова толщина этой вот части с выступом и части, куда вставляется, то после сварки втягивается, и получается, что сильно завес прижатый к самому профилю. А так получится миллиметр зазор. Все равно я подлаживал под это, под эту часть завеса, вот когда варил, подлаживал пластины, чтобы он чуть-чуть выше был от профиля самого, какому вару. Чуть выше от профиля получается, и это, и тогда эта часть, куда вставляется, она как бы не это, не контактируя с самим профилем, зазор выходит миллиметровый. А когда ровно тут 20 и часть, что будет вставляться в завес 20 тоже сделать, то все равно пластины буду подлаживать. Короче, значит, не буду больше протачивать. На сегодня уже хватит точения этого. Уже, наверное, 9 часов вечера. За этого. Завтра доточу. Машину сделал сегодня. Единственное, что порвался кожух. Этот кожух, говорю. Хомут сам порвался на шрусу, на пыльнику. Да попал песок внутрь, то поставил, покуда временный бандаж этот белый, пластиковый. Да съезжу в райцентр, куплю смазку, новые там зажимы на пыльник. Да сниму шрус, да буду менять. Короче, работы из-за одного только хомута куча работы теперь с машиной. Это надо снимать будет ступицу, шаровые, шрус стягивать, разбирать. Короче, куча работы. Так что побаловал сегодня троху. Хай заготовка стоит. Потихоньку надо этот пару завесов. Задней бабки нема, то еще дырку потом во второй части, что буду делать, просверлить. Проблема ровно по центру. Ладно, заканчиваю. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи.